Всем привет! Достаточно раннее утро. Я решила посетить Обби. Как говорится, пока трамваи ходят, пока они все еще раскупили к 1 сентября. И мой взгляд притянула вот эта очаровашечка. Смотрите, какая прелесть. Написано клеродендрум. Всего лишь навсего. И мне кажется, он даже пахнет. Да. Он еще и пахнет. Что за чудо чудное? Какая красота, правда? Бегонии, конечно, когда в таком количестве, очень впечатляют вообще. Зашибись называется. А это? Это что вообще? Шедевр какой-то. 389 рублей всего-то. Люди скупают орхидеи. Это не я была. Это мужчина скупает. Наверное, каждому учителю по орхидейке. Так, посмотрим, что тут есть. Ну, народу нет, но парочка человек очень активно выбирает орхидеи. Есть минички. Так, что-то у нас такое тут интересненькое даже есть. Парочка интересненьких, розовенькая. И все время говорю «моя», потому что у меня такая красотулечка. Вау, какая прелесть. Какая прелесть. Сейчас посмотрим, сколько стоит. 1300. Все, уже не нравится мне. Обычно. Ну, хоть бы за 700. А то что прям аж... Наверное, сейчас цены-то, наверное, взлетели к празднику. Ну что, здесь у нас в Обби завозик есть. Конечно, это сразу видно. Много орхидей. Хоть они, в принципе, как обычно, но они есть. Их много. Понимаете, да? Желтые встречаются, конечно. Я не говорю, что желтых нет. Но и шедевров нет, как обычно. Ну вот, разве что вот эта красота. Ну, честно говоря, вот подарить орхидеи, у которых уже бутоны там вянут, это, конечно, тоже не вариант. Вот это мне всегда нравилось. В сумочках некоторые люди побогаче дарят вот прямо в таких сумочках. Так, что там у нас еще? О, наверное, всем учителям понесут голубые, я так понимаю. Хотя они же дороже стоят в два раза. Обалдеть! Люди, обалдеть. За что? За простую белую орхидею? Ну, в данном случае здесь белую украшенную. Мельтония. А, запах камбрии там разные, конечно. Красивущие. Теперь у нас здесь, видите, папоротники вытеснили орхидеи. Всяческих форм. Красивые. Мне не всегда нравились, но им требуется влажность особая. Поэтому дома, конечно, их держать чревато. Ну, был опыт у меня. Дендробиум, красавчик. Может быть, кто-то и купит на праздник. Ой-ой-ой, какой. Сама нежность. Ну, про рыжие я вообще молчу. Это просто великолепно. Любой цветок желтого или рыжего цвета меня вообще в панику вводит. Сразу красота такая. Ну, это гигантская дорогая. Это тоже большая орхидея. Тоже больше 2000.
Так, это на дуге 2000. Сейчас, знаете ли, 2000 это не деньги вообще, как говорится, ни о чем. Так. Ну, вы согласны со мной, что ни одного шедевра здесь я не увидела? Ну, пока что, во всяком случае. Ну, вот, конечно же, кроме... Ну, не шедевр, конечно, но очень мне понравилась вот эта вот мультифлорка. К мультифлорам я неравнодушна. Вот, но за 1300 что-то я не хочу. Не хочу. На полу даже стоят. Не поместились, видимо. Ну, вот рыженькие, да, свеженькие такие. Можно, можно такую купить, подарить. Ну, а так, в принципе, вот это очень красиво, конечно, смотрится на двух таких дугах. Замечательно, два цветоноса в разные стороны разведены. Просто очень замечательно. Особенно розовая. Смотрится классно. GMP постаралась. Вот пару рыжих, пару вкрапушек и желтенькие. А вот еще у нас тут есть минички. Да, ну минки дорогие. Тут пакет уже сорвал. Что за люди, господи. Посмотрим. Ой, там вода на дне в этом стакане. Так, сейчас посмотрим, сколько. Ой, льется прямо. 689. Не надо, спасибо. Мужчина набрал, смотрите, сколько это. Я считаю, сколько он берет. Глаг синие выставили опять. Либо это те, которые... Ну, это вряд ли, наверное, снова привезли, потому что они очень быстро выходят из строя, если у них нет клубня, и за ними никто не ухаживает. А, кстати, за глаксиниями, ну, я не говорю, что там жуткий какой-то сложный уход, но они клубневые. Если там есть клубень, за ним надо ухаживать. То есть его нельзя перелить. Понимаете, да? А здесь в обе это очень частенько. Засусить, а потом перелить. Ну, в общем... В общем, свежие они, я так сделала вывод. 400 рублей стоят. Напомню, что если вы покупаете такую глоксинию, сразу берите от нее лист. Потому что в большинстве случаев такие цветочки в выгонке не выживают дома у людей. Ну, есть, конечно, варианты, где все-таки нарос клубень успел. Но в основном нет. Так что листик вас спасет, если вы потратили такие деньги. Фиалки. А, фиалки, фиалки. Ну, как, опять же, для бывшего маньяка фиалочного ничего не впечатлило. Ну, общий фон только. Конечно, красиво. Цветы любые красиво, когда их много. Но. Ничего тут красивого, так скажем. Покупать так шедевры. В моем случае уже. Что там, кактусы? Вечная стойка с кактусами. Интересно, их когда-нибудь кто-нибудь покупает здесь? Потому что на этой стойке они, по-моему, там 300 с чем-то рублей стоят. Ну, разные и дороже. Кстати, я не сказала ничего про оценку, потому что ее там нет. Просто нет.
еще не успела появиться. Сейчас будет 1 сентября, и уценочки, я думаю, с этого привозика будет много. Так что считайте денечки. Через недельку можно будет тут что-нибудь купить подешевле. Хоть бы только не загубили. А это кактусы. Кактусы, кактусы. Правильно, убираться надо много и тщательно. Кукушка включили. Ку-ку, ку-ку. Кукареку. Ух ты. Мы вышли из бухты. У меня было такое растение. Но я не вынесла его вот этого роста бесконечного. Это, конечно, для каких-то определенных площадей. Пока оно было маленькое и красивое, оно вроде ничего. Никогда, кстати, не видела такие большие вот в продаже. Листья очень красивые. Естественно, пряные травы я не обойду. Я обязательно пройдусь тут тоже. Так, а это у нас тут что все у них позасыхало-то? Хризантемки. Или кто это? Или астры? Кто это? Хризантема. Уценка. Нету, считайте, уценки тоже. Господи, никто ж траву-то эту не покупает. Смотрите, она уже какая у них. Огромная. На пальму похоже. Лили Танго Блэк. Жалко, цветущей ее нету. Что-нибудь, наверное, черно-бордовое. Ну, по моим восприятиям, блэк. Так. Тут уже подвяли немножко. Красивущие. Помнится, мне Света говорила, ой, гихер, так много сортов. А я говорю, Света, у меня такая же красненькая, как у тебя. Но теперь я уже понимаю, что я вот сейчас стою и не понимаю, на самом деле. Какая у меня? Такая, что ли? А может быть и не такая. Может, такой здесь и вообще нет, как у меня? Сколько их тут сортов? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть или семь сортов разных. Красиво, наверное, будет, если так посадить разных. Прям как у меня на даче. Гипики цветут летом. Сезон герани, что ли? Что-то много так навезли-то. Так, сейчас посмотрим. Распродажа можжевельника. 2500. Да, что тут с этими гортензиями? Ничего-что-то особенного. Но цены такие, знаете, великолепные. 1300, 1900. Перчаток он много, только не таких, как, каких мне надо. О, вереска навезли. У меня, кстати, был, но он почему-то у меня замерз. Уж я не думаю, что его надо накрывать. Красивый, разных оттенков розового, сиреневого. 190 рублей. Какая прелесть. Смотрите, эрика какая-то. $400. Ну, очень красиво, конечно. Не накупишься, конечно. Один горшок 400, это чтобы такая была красивая у вас дорожка. Либо растить 100 лет, либо потратиться сразу. Понравился мне вот этот кустик. Смотрите, какие листья.
Коронита какая-то. Коронита. А, это барбарис, коронита. Ой, какой. Релакс от елок всяких и можжевельников. Черника на распродаже. 199 рублей. На вид ничего такая. Сколько же она так-то стоит? Хочу вам сказать, что здесь некоторые растения все в клещи. Розы какие-то там. Тоже что-то дорого. 900 рублей. Я что-то вижу там. 400. Клубника. 99 рублей. А вот это 129. То какое-то... Либо земляника, либо семян. Очень мелкие рассада. Мучнистая роса не дремлет, не дремлет. Розочки. Очень мало кто цветет. Барбарисики. Тоже прониклась после того, как Света мне подарила парочку. Прямо вообще нравится теперь мне прямо это растение. Пионы по 500 почти рублей. А, ну даже есть и 600 разные корни. Лилии. Нет, 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 нет. Не предлагайте. Не буду я брать лилии больше. Ну, некуда посадить их. Соблазняют. Тюльпанчики тут, понимаешь, все выставляют уже. Потому что сейчас, в принципе, и надо сажать. Красота, не могу, прямо какой красивый. Пять штук. Ну, так как сейчас сезон посадки, тут ни одной распродажи нет, конечно. Все дорого. Смотрите, какой. Блин, зачем я его увидела? Что это? Это же тюльпан. Какая прелесть. Меняет цвет. Смотрите, от желтого до оранжевого. Махровый, поздний. Три штуки, 149 рублей. Что это? Да, 149. Ох. Когда они эти фонтаны уже уберут, а? Лето кончилось, ребята. Никому не надо уже. Лапчатка. Такая, приличный такой кустик. Сколько стоит, интересно. И 969, мамочка моя родная. Желтенькая есть. У Светы, по-моему, вот такой. Очень красиво. Лук-сивок. Что-то опять навезли. Не знаю, что ли, под зиму сажают. Куда его сейчас-то, я даже не знаю. Оно мне надо. Так, что тут у нас? Яблоньки. Хорош такие яблоньки. Большенькие. Вишня. И груша. Ага, грушу мы уже поели в этом году, спасибо. Вот там тоже груши. И еще вот сюда я забрела, потому что всегда актуально.
Хотела посмотреть, сколько стоят столбы для забора. Ну, вот обычные столбы, не винтовые. Вот этот черный 1129, а вот этот квадратный зеленый 1299. Вот и сетка, не знаю, сколько стоит. Что-то... Что-то не написано тут. Надо на сайте, наверное, смотреть. А вот эти маленькие, кстати, рулончики, которые вот... Ну, у меня была другая старая, конечно, сетка. А вот такая вот мелкая. В грядку я стелила от всяких кротов и так далее. Ну, так прилично стоит тоже. От метража и ширины зависит. Ну вот есть 400 и 5000 рулон. Не знаю, может он 10 метров. Я надеюсь, не меньше. А это 3000, вот такая зеленая. Есть еще вот такая пластмассовая, пластик. Заборная решетка 3000. Ну, вот как бы и все, в принципе-то. Без особого, как говорится, восторга. И ничего себе совсем не купила, кроме тюльпанов. Ха-ха-ха. Ну, естественно, как я могу пройти мимо тюльпанов? Более сейчас самый скоро срок их сажать. Ну ладно, уговорили. Давайте посмотрим еще горшки всякие, которые тут в обе. Красота. Что тут у нас еще есть? Приемлемое, приемлемое. Я вот все думаю, куда мне с эгипиастрами? Может быть, мне посадить их вот в такой ящик дома и поставить на окно? Потому что у меня их все-таки приличное количество. Эти горшочки, они меня уже запарили, если честно. Вот. Ну, в обе тут не купишь, короче говоря, никаких горшков. Это понятно. Здесь очень большой ассортимент всяких других красивущих емкостей для цветов. Но это очень сильно индивидуально и по цене, и по размерам. И все такое. Что это такое? Он неплох, неплох. Но был бы прозрачным. Вообще бы цены бы ему не было. 99 рублей. Правильно. Все должно быть приемлемой цены. Ах, пришла полюбоваться на чудо чудное. Пастельные такие красивые розы. Разных оттенков. Розового, конечно. Очень-очень красиво. Сколько они там у нас? 299? В честь 1 сентября, что ли? Издалека я подумала, что она засохла. Представляете, какой цвет? Честно говоря, что-то не прониклась. Если она только не поменяет свой цвет на более яркий или наоборот. Я даже не знаю, что это за цвет такой. Даже не брусничный, не знаю какой.
В общем, записываю эти гортензии в список хотелок. Года через два, я думаю. Какая красотень. Ну, искусственно, естественно. Ну, вот как бы все. Вернулась в орхидеи. Посмотреть вдруг. Ну, вдруг. Но нет. Ну, на этом мой, в принципе, не очень, конечно, короткий обзор закончен по магазину Оби. Спасибо, что смотрели. Всем спасибо за внимание. Всем пока!